Я не согласен. Я не согласен это покупать. Просто тупо ходить друг друга месить мне. Это не по мне. А между делом у нас инсайт. Давайте инсайт переведем как начало. Почему нет? Если инсепшн это начало, то почему бы инсайт не был тоже началом? Спасибо, Игорчели, за хост. Так вот. Начнем? Начнем мои страдания. Пошли. Ой, неудобно. Сейчас как-нибудь так поставлю стол, чтобы мне было ништяк. Я за деревом. Уи! 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 Пойдем, пойдем. Хоба! Двойное начало. Да. Двойной инсепшн. Да, музыки здесь как-то не завезли особо, что-то я смотрю. Хуба! Все нормально? Все нормально, пацаны? Все хорошо. Так, как только он садится, значит у нас проблемы. Так, вот у нас уже сейчас проблемы начались, походу. Тихо. Тихо. Я сейчас буду орать, визжать как сучка. Тихо, пацаны. Мими. Не-не-не-не-не-не-не. Нормально все. Все хорошо, все хорошо. Ой, я себя почувствовал этой Дашенькой, да? Давайте поможем Чика найти музыку. Хоба! Хоба! Не-н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 е. Значок магнита. Не-не-не-не. Там где-то вдалеке магнит есть. Ну, магазин такой, знаете. Дома дороги! Дома дороги! Дома дороги! Дома дороги! Дома дороги! Заранее! Дома дороги! Дома дороги! Дом, 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 дорог! Дома дорог! Дома дорог! Дома дорог! Дом, 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 дома дорог! Металл Серж не воруй, а не люлю кири. Дома дороги! Спасибо за дом дороги, Босман. Продолжим. Дом дороги! Не понял сейчас. Чё? Я что-то пропустил? Ящик, точно. Не-н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 е. Вези меня! Хуба! Ай, хорош. Блин, на бекон. Ой, 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 началось, 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 началось. Не-не-не-не-не, не-не-не-не-не-не-не, стой, стой, хуб, хуба. Я что-то не подавился, нахер, ты чё, собака? Да пора уже, чё, 26-е. Как анонсировали, так и вышло. Тут сиди. Сиди, спрятался. Собаку увидел, все, спрятался, да? Ты сися. Сися тут, ты сися. Это Кириллюс. Ой-ой-ой. Господа, господа, не надо, не надо.
Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Такая тишина. Пипец. Бип-бип! Да, дед, мужик, не трогай меня, мужик, мужик. Да, не надо, не надо, нет, не трогайте меня, сука, нет. Бля, ты чё, дурак, стреляешь-то, ну? О-о-о, собаки, собаки, не-не-не-не! Хоба! Так, там пацаны, там пацанки стоят, тихо. Распродал весь инвент, инвентарь. Делюкс Марвел versus Карком. Карком. Ну, предзаказать. Жесть. Ой, свинки. Свинки. Я уж дернулся. Бывает. Мыльцо, небось, на стриме, да? Опа! Чуть не наебнулся. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Спасибо, Рума-рука, за хост. Никого нет? Да вроде нет. Это от создателей, да. От Лимбо. Да, я видел. Ой, цыплята. Цыплятки! Цыплятки! Я не люблю Far Cry особо. Это такой, знаешь, сидит тут. Сидит тут, выебывается. Я не люблю Far Cry. С ковриком от мышки от Far Cry. Я не люблю Far Cry. Не нравится он мне. Ну, есть он, есть он. Субботов будет та же самая игра. Почему за этим охотится? Видишь, как он с цыплятами дружит. Хоба! Давай, давай. Дом дороги. Хоба! Так, что у нас тут? Наверное, дверь надо открыть сначала, да? Цыплятам. Цыплятушки. Малые ребятушки. Пойдем. Так, что тут надо нажимать? Тип, 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 тип. Опа! Пацаны, давай. Не работает? А почему не работает? Так. Это мы завели. Я тут помню, в принципе, что делать нужно. Нужно успеть. Ну-ка, ну-ка, давай, давай. Пушка, которая стреляет цыплятами. Хоба!
Почему же здесь Far Cry? Иди твою мать. Опа! Блять, не долет. Не, долет. Ой, на свинью упал. Извините. Извините, товарищ свинья, извините. Простите, ради бога. Ух, не-не-не. Я не могу описать, почему за ним охотиться, потому что я сам не знаю. Балал! Тихо! Стой! Тут какая-то трясина какая-то непонятная. Хуба! Блядь! Стой! Опа! Живая, что ли? Слышь, животное, я вижу, что живое. Блядь. Оле, бич! Хуба! Хуба! Бум! Дом дороги. Чиск, давай. Хуба! Че, сука? Ты эти хвост, блять, оторву, падла. Да. Сука, иди сюда, курица. Что он делает? Что он делает со свиньей сейчас, в данный момент? Объясните мне. Так. Эти в клетке. Да, очень странная игра. Ну, а посильнее это могёшь? А, вчетвером, может. Хорош. Ну-ка, давай. Ти-ри-ри-ри-ри-ри. Упс. Зачем он оторвал ей хвост? Ну, скорее всего, свинья без хвоста очень доброй стала. Процентов на 80 уверен, что он именно из-за этого сделал это. Свежо. После дождя. У нас сегодня дождичек был. Раза два, наверное. Не знаю, к чему я это вспомнил. Ну, тут вот примерно так же, как у меня сейчас на улице. Люди-зомби. Люди-зомби стоят, смотри. Стоят, стоят. Ща-ща-ща. Подожди. Ща, ребят. Ух, надо что-то подсобить. Покатит. А, вот оно что. А если наоборот? Нормас. Жара. Везет тебе. У нас как-то наоборот. Прохладненько и дождь. Классный звук. В смысле... Ну, это... Звуковые эффекты. Натуральные. Кто-то говорил, что типа они записывали как-то очень странно эти звуки. Типа. Чуть ли там что-то с черепом связано, что-то не помню. Хуба! Не? А это уж было хотел. Как крутыш. Такой бищ в стекло там. Не понял. А куда все делись? А где бёшка? Надо как-то наверх попасть. Наверное, так. Угу. Не то.
Допрыгну, надеюсь. Тени обители зла 4. Хуба! Хуба! Жеронима! Уй! 4 отдохнуть решил. Что-то подумалось мне. Надо отдохнуть. Хуба! Ну ладно, первая смерть. Не в самом начале. Прошу заметить, не в самом начале. Хуба! Ай. Мальчик, у тебя стальные ноги, скажи честно. Если с такой высоты упасть, это... вправо или влево-то? Это что такое? Чё? Чё-то сломал. Ну ладно, видимо, это секрет какой-то был. Мальчик, стальные яйца. Яйца, ноги. У него все стальное, походу. Чё это? Там, видимо, пацаны. Пацаны, вы там? Ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. Что там происходит-то, я не пойму. Наверное, так. Я не знаю. Не уверен. Ну, скорее всего, именно так. Что происходит? Что надо сделать-то, не пойму. Да что такое-то? Так, если этот бежит влево, значит второй бежит вправо. Правильно? А если так? Да ну не. Годи. Я хочу, чтобы вы туда оба зашли. Ну или хотя бы оба вышли, я не знаю. Давай сделаем, чтобы они оба вышли. Я не знаю, зачем. Сейчас вдруг выяснится, что нахуй это не нужно. Вот это будет забавно. Так. Беги вправо. Что? А!
Нет, все-таки это было нужно. Я просто, я не увидел эти кнопки. Ну ладно, ничего. Но я был на правильном пути. Так. В другую сторону, правда. Ну да. Этот путь будет правильный. Что мы тут делаем? Ой, GVC. Только C одна осталась. Это очень похоже на GVC. Ну-ка, ядрить. Готовы к хоба? Я готов. Хоба! Вверх или вниз? Раз надекотился. Хоба! Хоба! Не-не-не-не. Я падать не хочу. Не-н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 е. Нет! Нет! Нет, не я. Хоба! Значит, как-то музыки совсем нету. Ну ладно, зато звук приятный. Давайте сделаем так. Я вам вот так сделаю громкость. А вот и музыку завезли. Тирип-тирип. Хоба! Я помню, тут что-то надо. Может, сначала это надо открыть. Наверное. Потом включить свет. Валли? Это же Валли. На заднем плане, смотрите, два Валли. Валли. Не-н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 е
Какой пот вообще, ужас. Я сначала помню, мы проходили часть игры на этом, как его, на все подряд. Час мы в нее поиграли. Эй, сюда голубь! Или кто-то там, чайка? Голубь-чайка. Ну, ой-ой-ой, ну все, началось веселье. Че? Здрасте. Я под прикрытием. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Стоп. Восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, стоп. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Оу. Я дефектный. Я дефектный. Что ты делаешь?
Синхронисты. Хоба! Хоба! Игра! Хорош! Все готовы визжать, как сучка. Спешили. Бип, бип, сука. Хоба. Привет, Фрикс. Ой, она бежит. Хуй тебе. Еха! Увези меня. Мужчина сверху, увези меня. С ящиком сделать, да? Это создатели Лимбо. Вези меня, карета, карета золотая. Так. Гребаный ты Винни-Пух, блядь. Чё ты натворил-то, ну? Ладно. Ну, суть ясна. Просто надо подвинуть. В общем, ну это прикольно сделано, на самом деле. Чтобы активировать второго, нужно первого посадить в эту штуку. То есть уже две манипуляции. Упал. Так. Поехали, поехали. Остановить его, подожди, ну-ка. Вот тут. Вот тут. Нормально. Долбоёб. Долбоёб. Ну кто же знал-то? Что надо держать? Ну ладно. Стой! Вот потащила меня. Вот здесь стой. Хуба! Добрый вечер. Так. Это понизу надо? Или что? Да не похоже. Хоть... Это слева, наверное, что-то должно быть. Какой-нибудь плод. Или еще чего. Ну-ка. Ну там что-то есть. Что тут? Вот это, наверное. Во-во-во! Плод, вижу.
Ну, честно говоря, мы тут большую часть времени занимаемся какой-то херней. Ладно, головоломочки легкие, это ничего такого. Ничего личного, только головоломки. Рад у тебя. Третьширо. Здесь что-то есть? Что здесь? Молодец. Короче, нужно поднять воду, опустить ее сразу и успеть подняться вправо. Привет, модул. Уж когда вода спускается, открывайте справа дверь. Опа, нормально. Там еще цепь какая-то сверху. Зачем-то она по-любому нужна. Зачем она нужна? Мы взяли вот это вот. Эй! Симулятор Ревенанта, почему? GTA 6? Не. Это... Трехо Вербисер. Здесь. Это инсайт. Накатил паленку и поплыл. Это в прошлом, он так говорит. Ну, нас ты не обманешь. Так. Труба. Слышь. Ближе не надо. Так. Проблемы тени. Как крутить-то? Вниз надо просто нажать. Блять. Ну конечно. Трупешник. Нихуя себе, на гарпун поймали меня. На гарпун. Игра! Хорош! Я успею! Я успею! Я успею, не ебёт! А чё ж у тебя ноги стальные? Ты чё умер-то? Пацан! А, пацан! Хорош! Блин, какие сложные вещи делал вообще просто с первого раза. Какую-то простую вещь. Давай, по 100 попыток сейчас будем делать. Просто это все паника. Давай, крути. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хуба! Gravity Defy, только без мотоцикла. Я не знаю, что это такое. Тихо. Ты чё? Ну вот это совсем уже нечестно было. Ну ладно. Заново? С клетки. Хорошо. Чекпоинты добродушные. Это нравится мне.
Так. Там люк. Там люк. Хорошо, сейчас было. Зацикла на кнопочных мобилах. А у меня не было особого мобильника. Когда-то давно. Тем более Siemens и Sonic Ericsson. У меня всю жизнь Nokia была. Так что мне не видом неведоменно. Гейминг на телефоне. Максимум, что я могу помнить, это такая игра была, там ящики нужно было двигать. Но это, по-моему, было на Мотороле, что ли. И какая-то еще игра, подожди. Какая игра была еще? Я мог бы сложаку звезды. Я не знаю, как ее описать. С этой меня, что ты гоняк у меня порожняку в глазаке? Если ближе всего подходит описание Силькина игра. Разве это век? А мне кажется, Ствяка уже няка, мы с Мелякой шотландякой. У которой крыша сосед. Samsung как стол у меня и сейчас она есть. Она была женяка, ногами пацаняка. Вернее, не подожди. Да, или стяка, что стала потом полицака, полосяка, полчака. Я ее потом заваляка, кверху ластяка, она верещака, как свистятка. Китаяка, да-да. В позе сидящем черепахе. Чика, такой Чика. Просто сорвался посреди игры. Чтобы сказать, что у него есть. Сука. Samsung. Ты какой модели? Привет, Валер. Кстати, да. Ты какой модели Samsung? X600, да, это. X600 и вот эта срань. Разбитая, разъебанная. Я не знаю, что это такое даже. Я уже не помню. Это какая-то Nokia. Чё-то там. Я не помню. I am the law! 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 I feel a musical moment coming on! Да, есть. Камера. На X100 вроде не было. Или была. Я не помню. Привет, меломан. Хоба! Топ-телефон, да. Бля. Ребят, там собаки. Ой, писец сейчас будет. Ой, писец, сейчас буду визжать, как сучка. Тихо, тихо, тихо. Тихо, дрянь. Стой! 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 Беги! Беги! Беги, пацан! Беги, пацан! Хуба! Шу! Ой-ой! Блять! Не-не-не-не-не! Пацаны, 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 пацаны! Тихо-тихо-тихо! Стой! Спайдер-потс, спайдер-потс, лазит как спайдер-потс. Спайдер-потс, 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 спайдер-потс. Как тебя зовут? Никто не знает, как тебя зовут.
Спайдер-потс, спайдер-потс. Не-не-не-не, спайдер-потс. Спайдер-потс, спайдер-потс. Хорош. Бип-бип. До свидания, ёпта. Что, лезет еще башкой своей сюда? Так, все нормально. Мы в какой-то док пришли, что ли? На подлодке похоже, на заднем плане. Эта игра чумная какая-то совсем уж. Опа. Опа. Меня не заметит? Я не помню, я вот здесь вот чуть-чуть подальше прошел, а больше я не видел игру. Хопа! Бум! Так, подожди, тут что-то внизу, наверное, да? Сломать нужно? Что тут сломать можно? Рассказывай. Рассказывай, что тут можно сломать. Ничего. А ниже можно? А еще ниже? О! Это еще дверь? Хоба! Так, вниз, 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 вниз. Хоба! Внедрить тут, конечно. Это стена? Так, там снизу можно проплыть вроде. Во-во-во, вижу. Чё это? Хоба! Не, не хоба. Прикольная игра, на самом деле. Они прям постарались на славу. Я же потому, что я прошел, как бы, уже могу сделать вывод, что эта игра классная. Качау! Опачки. Хуба! Это так делается. Да, это так делается. Я вот здесь тупил очень долго. В прошлый раз. Запомнил, походу, что делать нужно. Так, что нужно сделать здесь? Что это? Веревка. Ха. Ну-ка. Уй, блядь! Сука, стой! Стой, тихо, тихо! Мать, мать, мать! Охуенно прыгнул. Лол. Так, ясно. Навостряем лыжи сразу налево. Значит. Так, разворачиваемся. Опа! Ди-ди-ди-ди-ди-ди! Та-т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 а-дам! Бау! Бау! Так, что мы этим сделали? Ни черта. Уронили цистерну. Ну, это максимум. Что мы здесь сделали только что? Может быть, конечно, что-то всплыло, но не факт. Ну и что здесь у нас? Вот этого места я уже не видел, по-моему.
Чуть. Пизданет сейчас. А-а-а, ёбу чё, нихера себе. Ты какие-нибудь сурвайверы запускаешь? Fallout, типа того. Ну какой же это сурвайвер-то? Fallout, он... Экшен РПГ скорее, наверное. С песочницей. В перемешку. Я в основном старьё играю. Это сейчас единственное. Хуба! Нихера себе прожёг. Ага. О, как. Ой, блять, это чё за хуйня? Это кто был? Что это за... Не-не-не, погоди, погоди. Не та, не та кнопка. Уи! Я так, по-моему, делал. В прошлый раз, когда играл. Прыгал просто из воды. Не, мне Fallout нравится, конечно, третий. Наверное, вниз надо, да? Начинается. Походу надо сделать так. Там кнопка была. А где кнопка-то? А где бяшка? По-моему, я умер. Лол, а чё так быстро-то? Что? Survivor — это в последнее время что-то типа, я не знаю, как это описать, Long Dark, Rust какой-нибудь, я не знаю, что там. DayZ, может быть, да. Блять, помру сейчас. Доплыву хоть? Я знаю, сколько тут высоты. Форест какой-нибудь, во. Нам надо перепрыгнуть. Бум! Нихера. Хуба! Ой, бля! Ты кто? Ты вообще кто? Слышь, мать. Ты кто? Стулья плавают, смотри. Ты чё делаешь? Чё творишь? Ты чё мы... Слышь! Отойди! Стоять! Это полиция! Блять, куда плыть-то? А-а-а! Она меня в угол загнала! Падла! Ты кто? Ты кто? Чё тебе надо от меня? Пизда рулю. Воу-воу-воу! Вот это она нихера себе сейчас творила. Ого. Да по-любому, привет, дробитель. А куда плыть надо было?
Девочка из колодца. По-любому она. Стоять. 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 Вот так надо было, наверное, сделать. Не обратил внимания, что там... Бэм! Что это? Там доски какие-то сверху. Опачки. Хуба! Сбежали от этой стервы. Фух, что-то она какая-то душная, не? Battlegrounds. Блевать! Чё ты ей икнул? Давай, открывай. Воу-воу-воу-воу-воу! Дома, дороги. Так, эту решётку я один не подниму, скорее всего. Что-то происходит-то вообще. Ты, наверное, кассету смотрел за 7 дней до этого. Скорее всего, пацан смотрел эту кассету. Хоп! Ретривенант. Да ладно, нихера. Сколько надо человек сюда притащить? 19? 19 человек. А сундук мертвеца вам не надо? Часом. Так, куда можно? Вверх можно, вниз можно. Давай вверх посмотрим, что. 19. Охереть. Ну, то есть, вообще, по факту 20. Один стоит. Один рядом с ним стоит. Так, здесь я не перепрыгнул. Семнадцать. 17 человек нужно найти. Охереть. 17. Где они все шастают? Я не знаю. Так, да, попробуем. Это надо открыть или столкнуть? Столкнуть. У меня нет ничего. Ну, в смысле, видимо, сюда надо с ребятами прийти, они помогут мне толкнуть эту хрень. Так, ну наверху мне с двух сторон ребята нужны, скорее всего. Так, это центральный, да? Вниз надо. Фуфик. Фуфик. Мой фуфик. Такая игра прям. Дух от Ворлда такой у меня прям сейчас это. Прям чувствуется он. Чё это такое? И есть курить. А как я назад выберусь? Тс, люль. Никак, видимо, да? Пацаны. Сразу пятеро. Ништяк. Наверх залезть. Хоба! Кого от Ворлда? ОДД Ворлда. Блин, о чем тут? Ну, я хз. Вот этот момент сейчас что-то напоминает этот... как это? Another World.
Odd World, Another World. Все напоминает. Блин, что-то моргает, все, нихера не вижу. Слышь? Давай. Опа. Спасибо, Ичурай, за хост. Хоба! Дома дороги! Хоба! Не сломается, надеюсь. Вроде нет. Хоба! Так, и последний прыжок. А как я буду сейчас? Хоба! Ой, блядь! Лол! Они за мной решили пойти, потому что у меня шапка классная. Пацаны, а вы что умеете делать-то? Вау, класс. Приколюха. Все, я влево там не смог бы пройти. По-любому сюда нужно. И они за мной все еще идут, нихера себе. А у вас инстинкт самосохранения имеются? Да, имеются, смотри-ка. Они останавливаются перед опасностью. Че я кручу это говно? О, я король мира! Так, а дальше я не ходил. Че здесь? А, не ходил. Так, с этой стороны все. Здесь всех пацанов собрали. Дальше. Слева. Че тут слева? Веревка. После веревки что? Вагоны? Что за вагоны? Пацаны, вы можете подвинуть? Можете. А зачем? Если я сделаю вот так? Не знаю зачем. Ну там по-любому надо как-то через вагон этот перелезть, скорее всего. Попробуем так. Не знаю, что получится. Может, я и не так сделал. Но, скорее всего, надо было вагон, да, поставить правильно так, чтобы на него упасть, чтобы не так высоко было. Здесь что-то есть? Чего нет? Ну ладно. Тогда вниз. Только надо с другой стороны прыгнуть. Да ладно. А что произошло? Это потому что я А нажимал? Это потому что я А нажимал, прикиньте. Я хотел проверить, есть ли что-нибудь, они походу подумали, что... Я прошу их что-то подвинуть, и взяли, подвинули. Почему такие наркоманы-то, ну, пацаны? А, им даже не надо команду, они просто сами подвинули. Молодцы. Молодцы какие, эти твои. Хоба! Это лестница. Какой у меня стильный головной убор, прям нравится. Так, а тут-то чего? Чё мы тут забыли? Так, ясно, понятно. Ну-ка, подожди. Пойдет так? Пойдет. Поедет. Здравствуй, Кейт. Хоба! Подсыпались пацаны. Че, пойдем? Пойдем, пацаны. О, пойдем. Молодцы какие. Шахтеры, смотри, в шапках. Ну, один, по крайней мере. Нет, двое. Двое в шапках. Шахтеры, блин. Электрики даже. Смотри, я нашел двух электриков. Сейчас вообще тут все перечиним, переломаем.
Я не знаю, как он не боится вот этого всего дерьма. Ну, раз прикинь ситуацию. Ты мелкий ребенок. Ну, мелкий ребенок, хорошо сказано. Ты мелкий, за тобой ходят в 8 мужиков. Которые хер пойми какие. Хер пойми в каком состоянии. Опасненько так, чуть-чуть-то, да? Однотипные какие-то игры, в смысле? А, ну, Limbo Inside — это от одного создателя. А вот Little Nightmare — это я не знаю откуда. Так, эти тоже за мной решили пойти. Сколько у нас еще осталось? Еще 9 человек, я дядь твою мать. Вау. Сцены, пойдем? Пойдем погуляем. Так, это центр, правильно? Да, это центр. Наверху еще должно быть. Наверху сначала слева, наверное. Или справа. Наверное, справа лучше сходить сначала, потому что там... Они меня кинут просто, скорее всего, и сами-то они за мной не пойдут. Я только что об этом сказал. Пацаны, кидайте меня. Хуба! Красавцы, стойте здесь. Да, давай трупы потаскаем. Самое время. Самое время трупы потаскать. Плюс один. Хоба! Здорово, пацаны. Енот потаскун. А здесь чего? А, здесь это хрень. Подожди, а на каком этаже тогда они вообще будут? Ну-ка. Столкача. Хуба. Бенч. Там еще чувак внизу в клетке сидит. Надо за ним тоже сходить, наверное. Сколько нас уже? Вот, смотри, ситуация в лифте. Просто стоит один маленький пацан, вокруг него 9 мужиков здоровых и... У него стальные нервы просто. Так, здесь двое. Поднимаемся, трое даже. Там еще один в клетке сидит, да? Здесь же это или ниже? Ну-ка, да, это тут. Давайте, пацаны, вам помогаем. Помогаем друг другу. О, молодцы, блядь. Ядрить твою. Это еще что? Так, пацаны, киньте меня. Да куда вы? А, что, кинуть меня не можете? Нажал же. А вверх. Хуба! Хорош. Подожди, а там левее ничего нет? Ничего. Как классно, что у них есть инстинкт самосохранения, потому что они сейчас по-любому за мной бы пошли вниз. Так, пацаны, расходимся. Сколько вас уже? Толпень. Вообще толпень. Голубая лагуна какая-то, голубая устрица какая-то, прям за мной идет. Сколько нас? Это тот этаж? Нет, это не тот этаж. А что здесь? А, нет, подожди, тот этаж.
Пацаны, стойте. Хорош. Что за херня? Что за чувак в шортах? Там в шортах? Что-то мне не нравится совсем уж. Вчера меня просто в куски разорвало. Жесть. Ну жесть же. Так, давайте минутки две перерыв. Сейчас вернусь. Продолжим. Все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын траву. Тебе нравится игра сись? На тебе буран. Нормально?
Вам все видно, да? Да, им все видно. Продолжим. Бэм! Пух! Опять разорвало. Надо... Здесь очень четко нужно все делать. Тогда ждем. Здесь нормально будет, если будет стоять. Фак. Бэч! Улетел. Надо было рычаг дернуть. Блин, а тут прям надо все это, да? Ты ж нихера. Все с первого раза давай. Прядем адвис. Было близко. Ебать, это еще что? Хера себе. То есть надо еще поймать момент. Так, понято. Норм, да, мне нравится. Поздно. Нога полетела опять. Эй, лель. Нет! Раз, два, три. Фортуна, лотерея. Не фортуна и не лотерея. Раз, два. Пускай будет так, ладно. Бэм! Хорош. Вот это мне нравится. Вот это прям отлично. Отлично. Бля, не надо. Чё тут? Пацаны сидят, смотри. Бенч. Ладно, я за каменной стеной. Мне плевать вообще.
Ладно, ладно, хорошо, хорошо. Она не сломается, надеюсь. Бэм. Ядрить. Да ну лол. Как это работает? Понь-то. Блять, рано. Нравится. Нравится. Бенч. Вот здесь где-то, да, стоит? Ага. Блин. Надо... Надо чуть-чуть, прям вот чуть-чуть, чуть-чуть выждать момент. Да это не вся такая игра. Хорош, 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 хорош. Так, мы в помещении. Да ну не, ну хорош. Здесь не бахает? Вроде нет. Фу, устал. Ой, лоль. Дичь какая. Фух. Бля, ты все серьезно? Что делать-то? Эй, игра, игра! Я же в лифте, я же игра, игра, я же в лифте, блять, игра! Да ну вниз плыви по-братски. Тихо. Фу. Так, что это? Допрыгнем. Качао! И... Ах ты ж падла. Опа! Близко. Близко. Пить вода. Куча воды. Мы залезем? Или нам вниз? Надо переплыть. Окей. Так, лестница. Вот оно что. Понял. Спрыгнул только зачем, непонятно. Так, а здесь что? Сука, опять ты. Как ты меня бесишь. Так, значит, смотри. Сначала это. Потом это. Хуба! Походу, мы сейчас туда куда-то опять к ней пойдем. Или к нему. Я не знаю, кто это.
Непонятно. Но я склоняюсь к тому, что это девочка из звонка все-таки. Из колодца. Хуба! Это игра про хоба. Просто. Ты ж мать твою. И в воду, да? Шерлочонок, у тебя обыск в комнате. Какой пылесос? Обыск. Не шутя себе. Вы что, сюда все присандалили? А-а-а! Не надо! Не надо! Не так мало! Не надо! Мы подозреваем, что... Не надо! Нет! Нет! Сука! Героин, например? Героин? А как ее обогнать-то? Она быстрая, пипец. Рот застегни. Ты быстрее плаваешь? Допустим, я А спамлю. Не факт, что ты быстрее плаваешь, конечно. А, тут веревка. Е-мое. Привет, Гранж, кстати. Опа. Блять, зря. Зря! Надо было раскачаться. Понял. Понял, все понял. Не дурак. То есть, на первых порах она меня не трогает. Хорошо. Нет, нет, не надо. Вылези! Да куда? Падла. Сволочь. Волосатая русалка без хвоста, которая села на шпагат. Молодец. Она молодец. Так, ну-ка, уйди. Я тебя не люблю. Уйди. Иха. Хуба! Не надо, не надо! Женщина! Тихо! Ой, день, подожди, там вверх можно? Чё за мемчик? Чё там такое? Мне падло открывать. У меня тут интенсивный геймплей, интересный. Хуба! Воу! Тихо, тихо, мать! 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 Не трогай меня! Нет, нет, нет! Нет, нет, нет! Ты чё? Курица! Прям вообще она... Ой, она близко как была. Не-не-не, стой-стой-стой! Стой-стой-стой! Метал Серж, привет! Стой-стой-стой! Не-не-не! Уйди! Уйди! Уйди от меня! Чё это за кнопка? Чё это за кнопка? Не знаю, что она делает. Мама. Мама. А чё я это слышу? А как я должен был плыть-то, алё? Чё-то натроллили. Чё-то натроллили меня. Оп! Плыви, мой хороший! Чё это даёт-то нам? Это я куда? Она не упадет? И зачем нам это? Я не знаю, плыви! Да как, слышь? Надо отвести влево. И по поверхности, видимо. Чтоб уехал этот. Её хз. Её просто сейчас хз. Как это сделать? Уж был, конечно, попробовать сразу побежать. Где она? Не надо. Не надо. Давайте попробуем не нажимать эту кнопку. Не знаю, нахер это нужно. Не понимаю просто совсем. Не, он не плывет быстрее, по-моему. Когда я спамлю. Нет. А как? Подожди, а как? Чё? Слышь? Слышь? Слышь это? Колечко-то луковое. Ну-ка.
ты можешь раскачаться. Она внизу? Она за мной хотя бы идет? Нет? Хер-то там. Да как? Я реально сейчас не понимаю, что делать нужно. Есть план. Есть отличный план. Появился просто сейчас, в голову пришел. Прям шальная пуля. Мы ее сейчас влево выманим. Потом на кран. Где ты? Ну а там остается, да, правильно? А кран приедет сегодня? Вообще. Не? Такое ощущение, что это надо было сделать за один раз. Зачем я вспомнил? Ты чё, блядь, слышь? Никогда не догонял, теперь догнала. Да ты молодец, конечно, клуша. У меня от этого толку вообще не понимаю. Нахуй я это делаю? Вообще никакой разницы нет. Что так, что так. Да это нереально. Ну что за бред? Нажать кнопку спрыгнуть и плыть, что ли? Ты мне это предлагаешь? Что за... За хрень. Хорошо. В момент догонит меня сейчас, блядь. Ну это вообще, что за бред? Что? Хреном. Ну выше ты же не залезешь, правильно? Потому что в этом нету толка никакого. Эй, я тут. Да ну ебать! Я не понимаю, насколько это быстро нужно сделать. И как это самое главное сделать. Нажать кнопку спуститься. Блять, ну зачем ты в нее-то прыгаешь? Ну, Андрей, ёб твою мать. Пройди влево. Я не понимаю логики этого места. Вообще не понимаю. Что они хотят, чтобы я сделал? Ну, нажимаю я окей эту кнопку. Но он реально один раз проезжает, и чё мне толку-то от этого?
красавчик. Чё делаешь? Хуй пойми. Пошла ты нахер, дура! Какого чёрта? Я реально сейчас просто нихуя не понимаю, куда, чего делать. Я вроде бы уже все перепробовал, что только можно. Можно, конечно, проверить, докуда эта штука назад поедет. Чисто полюбопытствовать. Ты ж какая, а? Я могу, только в этом толка нет. Ты ж мне нужно успеть вот сюда. По идее. Чтоб она приплыла. А потом успеть еще назад. А я никак реально не успеваю. Что она меня догоняет, когда я назад это делаю. Мы можем вот отсюда попробовать, конечно, качнуться, только толку в этом тоже нет никакого. Максимум я там глубже упаду. Никакого толку. Она уже здесь просто. Вот это как вариант. Только опять, какой толк в этом? Непонятно. Может быть, игра и логична, но я логики сейчас вообще никакой не вижу. Нужно успеть и туда, и туда. Золотая рыбка. Веревка вправо не поедет. Схуя ли она должна вправо поехать? Что-то я не понял сейчас. Имплант созрел в голове. Охерительный. Пошла нахуй курица. Сосай. Ты
Бред. Такой бред, серьезно. Воу. Тихо. Не падаем. Ги-ха! Вся соль этого момента была в том, чтобы она чуть-чуть левее отошла. Чуть-чуть. Жанр? Survivor. Опять ты, ну ёб твою ж мать. Дай ты хоть на секунду мне отдохнуть от тебя. Достал уже. Платформер Survivor я бы назвал это. Что-то других вариантов я не вижу. Мама. Что предлагаешь мне? Надо было нажать сразу и вверх. И закрыть сразу нужно было нажать. Нихера. Жесть. Давай еще раз. Привет. Давай пообщаемся. Хоть мне топить. Ну, хоть мне топить, я тебя ненавижу. Шлюха. Шлюха. Че она меня топит? Нет, это плохая идея. Значит, надо очень быстро проплыть. Хорошо. Да то. Ну, слишком сильный, мне кажется, парень. Так, подожди, а я не вижу, за что тут можно зацепиться вообще. Чё-то бред какой-то. Придушил бы ее под водой. Он явно смог бы. И куда? Не, ну, вы что, вы издеваетесь? Как же сложно молчать, да? Как же сложно молчать и не высказывать свое мнение по поводу стримера. Как же это сложно. Когда ты проходил игру, и ты такой весь классный, прям молодец. Так, ну я явно должен закрыть эту дверь. Явно прям. Бля. А есть еще вариант? Наитупейший. Наитупейший вариант. Не, шушера. И ты быстро. Ты чё? Можно было, в принципе, кнопку на... А хотя, нет, так, наверное, не получится. Не знаю, что мне это даст. Нет. Спуститься, открыть. Подняться наверх. Такой вариант мы еще не рассматривали. Значит, сомневаюсь, что я успею.
Хоба-хоба-хоба! Эй, подруга, иди сюда. Не надо себе сомневаться, я не сомневаюсь в себе. Зачем мне в себе сомневаться? Пару раз сдохну. Ну и чё? Все равно ж пройду. Воу, воу, воу! Блять! Ну конечно. Походу, это так задумано. Какой странный секс. Очень странный секс у вас. Прям очень. Что-то мало. Классно быть мусульманином, да? Можно спокойно ночью не смотреть. Все на дно! Ты что еще за говно? Что это такое на меня прицепили? О, рыбки. Привет, рыбки. Ты хочешь сказать, он сейчас дальше поплывет? Ты сейчас мне это хочешь сказать, игра, да? У, какие сибасы большие. Кто-то похоронил домино под водой. Большое домино. What the fuck? Ты что, серьезно? Ты серьезно? Он проснулся? Что? What? Это тупик? Или что это? Я так понимаю, кислород тебе больше не нужен, да? Он не дышит. Пузыри не идут. Раньше шли. Что вообще, блядь, происходит в этой игре? Хоть меня там это пытаться укусить, иди в жопу. Жесть. Марина, живи, Марина, живи, Марина, живи, Марина больше не хочет жить. Он не дышит. Марина все. Он стал бессмертным. Ну чё, где мы? Летить твою. Чё происходит? А нафиг дышать под водой, действительно. Еще после этого самое главное выползти и так сделать. Я реально, я половину не вижу просто, что происходит-то. Купился с русалкой отрасти. Тут
Ты чего, игра? Что? What? Да! Просто. Выплыл, как будто ничего не было. А еще говорить он ту эту деваху задушить мог. Он бы ее разорвал бы, мне кажется, если бы захотел. Если он столько... Зачем нам ныкаться? Блять, бессмертные черти. Ой-ой-ой. Что-то я, по-моему, хибрига попутал. Привет. Я поехал. Влево она быстро идет, значит, надо ждать, когда она проедет. Значит, ждем. А вот теперь пошли. Тени хорошо падают. Да. Я выяснил. Он как бы... Он может дышать бесконечно под водой, но у него есть небольшая слабость. Он не любит гарпуны, бля. Он не любит гарпуны. Ну что поделать? Сильно. Не, не сильно. Нормально. Наверное, допрыгнул. Эх, ты-то в смысле сейчас? Там допрыгнем? Мы должны допрыгнуть, по идее-то. И надо в меня гарпуном стрелять. Чё с Happy Wheels тут начался? Опа! Чем дальше, тем страннее. Прям туда. Опа! Хорош. Четко прям попал. Что происходит? Чем мы тут? Чем тут забыли? Слышь? Эй! Че это? Вот. Что-то надо еще вижу. Кто этот парень вообще? Понятия не имею. Ничего не говорили о том, кто он. Не знаю. Непонятно. Куда иду? Ой, здрасте. Да посмотри, какой силой нужно обладать, чтобы открыть этот сейф. Ой, сейфовую дверь вот эту. Что нихера себе. Тут вообще ничего не сказали. Просто сказали, все, иди. Ну, в смысле, даже этого не сказали. Просто пошел, и все. Никакого сюжета нет. То есть, это вообще ничего не сказали. Есть пацан. Какие-то люди, которые... Да ну, ебаный рот, прекрати ты падать уже. Беги, сука, беги! Бегу? Бегу. Ты ж нихера. Ты не двигаешься? Я вообще не хотел сделать. Ну ладно. Так тоже пойдет. К чау! Уй!
Ну, как бы ладно, ок. Я могу и так сделать, наверное. Может, наверное, можно было бы и на ходу это сделать. Долетит? Хорош. Долетело. А зачем нам сюжет, если геймплей классный? Нам не нужен сюжет. Нет. Атмосфера классная. Тоже. Вот. Так, я понимаю, эту штуку надо поставить на ту штуку, чтобы эта штука полетела, и тогда все будет классно. Да? А что справил? Подожди. Я не проверял. Я же не проверял. Я падал здесь все время. Мне беспокоит это странное место. Оно какое-то очень странное. То, что сверху капает. Это странно. Почему сверху капает? Вот это поворот! Медведь просто. Вода в воздухе. То есть по центру вода, сверху и снизу нет воды. Это как? Как это устроено? Это могущественное заклинание. Или мистика. Одно из двух. Мы тут не были. Пацаны в клетке. Привет, Субасар. Пацаны в клетке сидят. Несколько. Мне что-то надо здесь взять? Надо. Могущественное заклинание. Мистика какая-то. То есть здесь есть люди нормальные, и они как раз управляют людьми зомби. Это нацисты. Это явно нацисты. Ди-д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 и. Спайдермен. Зачем мне ящик этот? Он мне нужен. По-любому. Серьезно? Ты ничего себе, смотри, какая ситуация. А можно двигать? Трушняк какой-то. Что-то тишина такая стала? Или это у меня наушник отошел? Почему я не слышу ничего? Вы слышите звук игры?
Просто я перестал. Почему-то внезапно я перестал слышать звук игры. Напишите какую-нибудь звуковую команду. Не, я просто вообще ничего не слышу. Я просто вижу, что звук бегает. Что за прикол, непонятно. Я надеюсь, я правильно сделал. Да? Работает. А, я слышу звук. Просто он какой-то прям вообще тихий-тихий. Стал внезапно. What? What the fuck? Я повешу тут, ладно? Хорош. Как это устроено? Я не понимаю, почему вода в воздухе? Чё за магия тут началась? Куда я иду? Ну, вот эту кнопку нажать каким-то образом. Ага. Чё, как играется игра? Сюжет? Нет. Нет сюжета. Игра огонь, но сюжета нет. Ну, в смысле, визуальный только. За мной кто-то гонится. Что-то происходит. Ну, что происходит? Ни хера не ясно. Ритариана. А, во. Я не заметил. Мужицкий дождь. Аллилуйя, дождь из мужиков. А, мне уже и шлем не нужен. Отлично. Мне не нужен шлем. Все. Привет, Фрейтаж. А зачем нам шлем? Нам не нужен шлем. Надо вот это как-то. Так, ну-ка, пацаны. Хуба. А можно чуть повыше-то? Нет? Хорошо, надо как-то воду, наверное, отпустить тогда. А, ну правильно, они же меня теперь могут подкинуть. Я сейчас бегу и думаю, а как мне спустить воду-то? Пацаны за нас. В трусах, но за нас. Хоть и сдох он. Давай. Подсобите, пацаны. Хуба! Ей! Чувствуешь себя царем, они тебя боготворят. Да, не есть такое. Давай сразу здесь-то. Не, ну вот это, конечно... Ехал на родину, отдыхаю. На родину? А, мне нужно в прыжке это сделать, нихера себе. Они меня поймают, надеюсь? Да твою мать! Искажение это... А. Да все нормально у нас, вроде бы. Горло чуть болит. После назад в будущее. Никак не приду в себя. Как бы из Уфы. Ну, я как бы не знал. Понятно.
Пацаны, спасибо. Мягкая подушечка из вас. Гоп-цаны с нами. Там, на гоп-стопим кого-нибудь. Да бросай нахер метлу, пошли. Кстати, всем привет. Да. Я как бы сообщаю, ну как бы окей. Как бы хорошо. Пацаны, мне нужно ту сторону, срочно. Они психанули и сдохли. Что у тебя тут происходит? Что за рубрика? Трип. Игр донатеров. Проще говоря. Ребята, долбоёб. Да ладно. А что мне надо делать? В прыжке? Что ли, стекло разбить? Опа! Нет. Это так не работает. Дорогая, ты там? Че, мне вниз, что ли, к вам? К вам, дебилам, лезть? А, не, правильно. О, пацаны, спасибо. А можете это? О, по-братски. Они просто все свалились, и как бы я на них должен был приземлиться. Ау. Так, а тут что? Это поднимается? Ни один не смогу. Подушечки отличные. Не дрите. То есть, они на крыше лифта? А как мне? Они за мной пошли? Слышь? Эй, пацаны. Не вариант. Ставь лайк, если твои друзья не общая подушечка. Не успели? А, то есть мы можем остановить лифт, да, в любой момент. Окей, значит, делаем так. Ну давайте, пацаны. По-братски. Нет! Не успеваю. А как надо сделать-то? Подожди. Тут же никаких проходов, ничего нету. Только если влево их увести, лифт-то вверх не едет. Решетка закрывается. Ну, это я понял. Ну, пацаны, а вы можете упасть здесь где-нибудь? А я страдаю, хожу. Кажется, можно было просто влево сходить. Бред. О, ночный бред. Терзает сердце мне опять. Пацаны, поехали кататься. Да что кнопки там нажимать? Дураки, что ли? Ходит. Тренички же там устраиваешь. Некрополь втихаря. Давайте, пацаны, открываем дверь. Опа. Погнали. Все за мной! В атаку! Наш штурм на цитадель! Вообще милицию позову. Там кто-то бежит на заднем плане. Кто это? Че он бежит? Че ты бежишь? Нет, пацаны. Давайте, пока. Хорошо, спасибо. Спасибо, что помогли. Молодцы. Нравится. Нравится их помощь. Хорошие ребята. Так, в какой-то. Куда это мы пришли-то вообще?
Бычки. Здесь кто-то есть. Здесь какие-то люди. Там реально кто-то ходит на заднем плане. Побежал. Куда все бегут? Чуть манекен какой-то ходит за окном. Что это хуйня? Что вообще происходит? Какие-то люди. Фу, блин! Ты, не-не-не! Стой! Че? А, вам похеру? Ну ладно. Я такой беспалевный. Чё они там? Чё они там мутят-то? Чё это? А, понял. Эх, блять, вы чё завязываете? А чё надо было сделать-то? Подожди. Порнофильм мужики снимают. Это многое объясняет. Надо на люстру залезть. Хоба. Нормально. Там русалка, да, по-любому? Хоба! Надо было посмотреть, на что они там глазеют. Да я думаю, мы сейчас сами увидим. Не все ж просто так-то. Это не я. Это не я. Конец уже близок. Ну, наверное. Не знаю. Давайте откроем люк, на котором стоим. И тить твою. А я допрыгнул? Так, все, пацан. Куда ты хочешь, чтобы я поехал? А, ты еще и разворачиваешься, нифига. О, я вижу лестницу. Ну-ка. Хоба! Это лестница, да? Так, вниз. Го вниз. Он же балансирует. Молодец какой. Так. Чё это? Надо открыть. Оу! А чё там такое? Там вентилятор что ли? Чизбургер! Чё это? Чё такое? Ну давай. Не понял сейчас. О, оно слишком быстро крутится-то, ну. Это надо вентилятор запускать, походу, да? Успеем? Доплыви по-братски, доплыви. Хоба! Ой, у меня штаны куда-то улетели. Здорово, пацаны. Чё смотрите-то? Мальчика голову... Ёбаный рот, что это? Что происходит? Почему я голый вообще? О! Ой, меня тут...
Что это за херня? Почему я этим управляю? А, ну ладно, окей, я согласен. Я могу все ломать. Окей, пошли. Я вообще не против. Ебаш стены, правильно. Нихера. Устроим погром, пацаны. Она умеет по лестнице ходить? Похоже, нет. Что происходит, блядь? Ты что, думал, ты меня закроешь? Пошел в жопу, урод. Я сейчас тебя найду. Я тебя, козел, сука, сейчас сломаю. И сюда. Что происходит? Пацаны, извините. Пацаны, извините. Забавно под эту музыку. Вы подсобите, пацаны? Очень надо. Мне такое ощущение, что я в червяка Джима играю. А помните такой босс? Ёб твою. Что, блядь, происходит? Эй, дотянись. Дотянись, пожалуйста. Что-то надо взять с собой, что ли? Споткнулась. Тихо. Тихо. Ой, можно я это одолжу у вас? Вам же не к спеху, да? Вам не нужно, да? Я возьму вот это говно. Спасибо. Я вообще не виноват. Это оно само. Что происходит? Здорово! Здорово! Ничего, я тут побегаю у вас. Ой. Да, действительно, а чё бы и нет. Мужик. Котлета. Чё-то я покраснел чуть-чуть. Кнопка какая-то. Я помоюсь чуть-чуть. Ладно. Опа, это чё? Я думал, там что-то лежит. Ладно. По башке же как ебанем. Да ну. Как этой штукой неудобно управлять. Ну не-не-не! Сука, как это неудобно! Дебилуша! Давай, поднимай. Это так неудобно. Что я ядрил просто. Сука. Хватит. Во, собачки, привет. Чё вам надо? Отстаньте. Я боюсь собак. Я очень боюсь собак. Я тут полежу, ладно. Вы же сюда не залезете. Я хочу доску назад. Верните доску назад. Отстань. Отстань. Это не я. Я не брал твою котлету. Все, отстань. Я возьму вот это. Хорошо? Спасибо. Чё вам надо? Уйдите. Че за трэш? Залезаем, пацаны! Залезаем! Почему это так смешно? Я не знаю, потому что пиздец какой-то. Уи! Блять, тут закрыто. Что делать-то?
Кстати, Блэзеру привет, я... Он мне просит уйти? Сука, протисну. Здравствуйте. Иди сюда! По-моему, надо упасть вниз. Такое ощущение. Колобок. Чё, надо кинуть? Похоже, нет. Похоже, что-то надо сделать еще. Я пройду? Нет, не пройду. Слышь, дверь открой. Чё ты дверь не откроешь? Ну и пошел. Как они стали этой тефтелиной? Я не знаю, я нашел эту штуку в каком-то резервуаре. Начал ее отключать, она меня в себя затащила. И теперь я ее управляю. Там какая-то дырка. Че, я просто не понимаю, че от меня игра хочет сейчас. Я заберу. Уй! Эй. Его поджечь, что ли? Что происходит? Я не полезу туда целиком. Это больно. Воу! Тихо, тихо, тихо! Тихо! Сейчас пиздец. Чем мы, блядь, тут занимаемся? Ай-ай, ай, горячо, блядь. Че за хуйня? Естественно, его зовут Джон Сина. Как же его еще зовут? Во! Действительно, что? Надо было так сделать. Ой, тихо. 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 Что за хуйня? Я не могу остановиться ржать. За бред. Я гигантский колобок из червяка Джима. Я хожу и все ломаю. Как это еще описывать? Просто бегу куда-то. Берем, пацаны. Чего хотите? Мне надо это достать? А я это не достану. Пацаны, опустите по-братски. Уже чуть слева пропустил. Тележку, естественно. Что же я еще мог пропустить? Игра, конечно, полный вынос мозга, особенно вот в этот момент. Что происходит? Иди, подожди, я сейчас залезу. Я... Сука. Ты серьезно? Упс. Ауч. Концовка топ. Я не залезаю, я слишком жирная. Не могу залезть. Он руками даже ваш процессор. Нет! Нет! Я тут пролез. Вот тут хорошо, да? Чего там? Слышит? Я докину. Бля, серьезно? Я сейчас вдруг понял, что нужно сделать, походу. Пацаны, это.
Зажгите там. Чё, блядь? В смысле? Сейчас не понял. Ну куда еще раз? А еще не успел пройти-то. Они мне помогают, смотри. Подожди. Не получилось. Первый раз было круче. Ну-ка, давай. Там это, зажги, пацан. Пока она... Протиснулся. Нормально, нормально. Это что такое? Я тебя возьму с собой? Подожди, 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 дай сюда. Дай, дай сюда. Я это возьму. Это мое. Дай сюда. Сука. Наебали. Нахуй черти. Они меня заперли. По причине моей невменяемости. Ну я это отомщу им. Надо что-то сделать. Чё там? Я не вижу нихера. Чё происходит-то? О, за что-то схватился. Дай сюда. Во, нормально, свет. Да будет свет. Хорош. Куда? Да я вылезу. Они меня пленили. Хер вам. Я втулка. Знаешь, в рекламе показывают, когда втулку смывают. Вид из унитаза. Я всегда доставляю этот момент. Просто почему именно такой ракурс? Посмотреть на людей глазами этого втулки. Господи. Я мог бы сложаку зверяку с двумяками спинаками, с этой миляками цепи. Что ты, гоняк, у меня пора. Куда мы идем вообще? Чего мы пытаемся добиться в этой игре? Что, простяка, дрочок? Разве готовяк? А мне к рождествяку уже няка, мы с миляками. Заебись. На разгон идем, да? Давай еще разочек, еще разочек, давай, давай. И-и-и, давай, пацаны, поднажали, 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 хуяк!
Блин, Максон. Слышал, в этой игре есть вторая концовка. Какая-то прям секретная пипец. Ну ладно. Меня такой финал устраивает, в принципе. Игра ни с чего началась, ничем и не закончилась. В общем-то, чё это за пацан, откуда он вылез? Кто он такой? Чё происходит? Ничего не понятно. Геймплей ок, атмосфера ок. В смысле, не ок, а выше, чем ок. Сюжета как такового нету. Ну, оно шевелится. Но что-то ничего не происходит. И все заново. Ну, я говорю, оно ни с чего начинается, просто оно откуда-то из леса выходит. И все. И все заново. Мы прошли игру, ребят. На куражах причем. Причем очень даже на куражах прошли. Мне понравилось. Концовка смазанная, правда. Ну, ничего страшного. Ничего вообще страшного. Играть, главное, было интересно. Это самое главное. Что они там напридумывали?